Ну что, показываю секретный танк, который можно увидеть только в роликах Dimas.tv. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Тарк Драгон, Серега, пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Привет, моряки. Если опять угостил, приятного аппетита, а мы начинаем обзор на танк. Вот такой у нас есть танк. Смотри, Серега. Он для выживания подходит, хорошо. То он слабый, но он будет поярче. А ты на нем ездить можешь? Погоди, во, за руль я могу сесть. А ну-ка. О, так смотри, у меня прям стабилизация на пушке. А давай пойти по стенкам пострелим. У нас, ребята, здесь стенки стоят. Давай. Простреливаем, ребята. Ну, ребята, вот такой танчик у нас есть. Давайте мы его поставим в сторонке. Может, его взорвем? Давай, я не против. Ну, подальше поставлю его. Так, есть вот такая у нас динамитушка. Ого. Так, Серега, давай теперь твоя очередь. Показывай ты свой танк. Что ты накачал? Сейчас. Смотрите, такой скин прикольный, старый мужик. Ого. Так. Все сюда. Ой, у меня лагает, Серега. А, не, все не лагает. Ну ладно, сейчас. Да, это такой танк неудачный, Серега, ты скачал. У меня есть другой. Ого, деревья, короче, рушатся. Так, это танк Dark Dragon, а? Нет, это мой. А, другой танк, потому что тот да. Лагающий, да? Да. Так, Серега, показывай его мощь убойную. Залазь наверх. Залажу. Есть это. Где? Вот. Садитесь. Сейчас, подожди, стой. Давай тогда хоть залезу уже наверх. Надо только через подъемник, я так понимаю, да? Да. О, прикол. Он за водительское сиденье. Так, это не я вроде рулю. Нет, а не рулю. я. А, у меня турель. Что у нас есть? Танк, ну смотри, я стреляю. А чё такие подлетают какие-то штуки? А это вот выстрел, отдача. А, она такая, как бы, знаешь, но не настоящая. Да. А сами выстрелы не вылетают, это просто такой муляж, как бы, да. Выстрела, я понял. А ты на цифру 2 нажми еще, Дим, удерживай. Ого. Смотри. Это же за бас такой. Фонари. Типа, знаешь, сигнал. Не, Серега, если честно, танк настолько отстойный, насколько это... Да, мне, честно, не нравится. Ну, давай взорвем. Ну, естественно, что ж еще делать? О. Изнутри его взорвали. Dark Dragon, давай ты показывай. О. Ты уже поставил, да? А ну-ка, ого, тут пшеница высоченная. О, этот танк, мне кажется, будет тоже говно. А, вот тоже. Тоже, ребята, да что у вас такие танки сегодня неинтересные? Фейковые какие-то, пацаны, танки качать. Моя очередь, я вам показываю танк. Учитесь, пока я жив. Серега, вот этот танк тебе должен понравиться. Не? Прикольный. Ну, я вот такие качал, такие вещи какие-то. Так. Так, это поворот сюда. Это... Ого, ребята, вот это именно пулеметище. Так, а это что у нас? Ага, это я могу назначить. И поехал, смотри. Вот это наваливает, да? Ага. Тебя прям колбасит. О, это картонка, давайте я этот. Да. Кстати. Ниже. Серега, я вылез с нее, она сама он едет и стреляет. Ну прикольный такой танчик, маленький, самоходный, но очень мощный. Ух ты. Давай, Серега, твоя очередь фейковые танки ладно. Ставить. Так. Что Серега приготовил в этот раз нам? Опять какой-то классный танчище. О, кстати, я вроде тоже его скачал. Какой? Называется микротанк или что-то такое, да? Ну-ка, Сережка. У нас, короче, сегодня смертоносных сильно танков не будет, там, где прям этот стреляет базуками. Бум! В картонную коробку врезался и не проехал. Ой-ой-ой-ой-ой.
Я про... О, я в этом же месте оказался, отлично. Только он очень мощный. Да. Смотрите, как он фигачит. Я даже не знаю, какая скорость вылета картошки. 2:32 посмотрю, когда он пробивает. Смотрите. И еще летят дальше. Не успеваю. О, Серега, давай я подъеду к тебе на машине картонной. Давай. А ты меня простреляешь. Сейчас, давай. Смотрите, как машина растворяется в воздухе. Ого, колеса разли... Это, кстати, эпично получается. Давайте поможем Сереге. Серега, неплохо твой танк фигачит. Пока есть один из самых лучших и крутых танков, которые в этой серии попадали. И за это мы его уничтожим. Проверяем на прочность. Непрочный. Dark Dragon, твоя очередь. Сейчас, подождите. О, что-то такое интересное. Опять, наверное, свистоперделка. Наверное, да. Я тоже вижу по дулу, что... Не-не-не, дуло есть, только маленькое, такое картофельное. Маленькое вообще. Да, давай, Dark Dragon, показывай. А, я не сюда сел. А, не туда сел? Иди, там еще одно есть сиденье. Надо забраться нам. Да с контролом, как в Гаррис Моде он можно. А я пытался, нифига. Я запрыгнул сейчас вот. Вот оно, походу. Все, я сел. А, не. А я. О. Ты все клацаю подряд, а нифига. Ну вот сейчас кто-то стрелял, я слышал. Дима. А блин, непонятно нифига, Dark Dragon. Не знаю, такой нашел. Блин, ну стрелять. Это какой-то... Плохо, да, работает? Показываю еще один танк, один из лучших в своей коллекции. Не хотел, пацаны, вам его показывать, потому что это танк очень классный, очень крутой. О, деревянный танк. Ну, это же этот, СССР еще в советские времена робили такие. О, я сел. Так, это я задулась. А, не, я управлять могу. А я стрелять не знаю как. Подожди. Это Абрам же? Или ну нет? Да, да. А он не умеет стрелять, Дим. Да, у него нету этой дула, через которое стрелять. Ой-ой-ой. Блин, конченый танк. А вроде с виду классный. И рессоры хорошо отрабатывают. Давай, Серега, взрывай. На ходу, я вот дрифчу. Давай, попади по мне, не можешь попасть. Я помогу. Бум. Ого, полтанка развалили. Давайте, давайте добьем уже. Вот так вот. Так, ну шо, хлопцы, показываю, это танк самый лучший, который может быть в этой игре. Ой-ой-ой. Это что за киберпунк? Это один из лучших танков на планете. Прототип W71. Хочешь, я заспомню свой? W71-228-1408 дадим. Ну да, да. А ты откуда знаешь? Так я ж его делал. Блин, не знаю, как его открыть только. Если ты его делал, где кнопка открывания? Сейчас залезу, покажу тебе. О. Ой-ой-ой, сколько здесь механизмов. Тогда. Танк крутой. Где-то наверху. Вот он, вот он. Блин, как открыть эту кабаку? Нашел. Садись за руль, давай. А, нет. Эй, танк. Что-то у него... Вот он на сиденье. Ну-ка. Вот, кто сел. Ну-ка. Чё он разваливается. Или что? Да не, вроде бы. Короче, классно, танк настолько крутой, что у нас не хватает ума его завести. Итак, Dark Dragon, а ну постреляй. О, чё это такое? Он бомбу выстрелил. Да ладно, это что-то новое. Надо его в коллекцию добавить сразу. А ну постреляй по этому танку, вот этот танк стоит. А ну-ка давай.
в тысячу стран не могу поворачивать. Не поворачивается он. По танку давай, лупани. Чё-то это... Не поворачивается дуло? Да. Давай, ты сможешь. Ну? Мимо. Пулемёт дебелы, кстати. А как ты гранатами кидался? На тройку нажимаю. Но сейчас не стреляет больше. Кончились снаряды, снаряды, закончились, да, снаряды. Короче, вот этот пока не самый крутой танк, да, Серега? Да. Из-за своих бомб. Давай ты, Серега, ставь. Сейчас. Тут какая-то фигня у меня происходит, ну да ладно. Пусть Dark Dragon ставит. Не, его нормально. Я по Сереге. А? Сейчас поставлю. Я, Серега, как поставит такую кабаку. Так, не то. Сейчас. Ого, вот это что-то нереально. Так. Серега, опять обманка. Это обманка, ну Серега. Ну блин. Ого, это что за рахит? Ну пушка обнадеживает, только толку, там обычные пушкометы. Я знаю. Картошка, мед или свистоперделка. Тогда толку от них никакого вообще. Хотелось что-то эпичное такое, как гранатометы у тебя были. Ой, это как он работает. А он не ездит? Не понимаю. Прикольный звук издает движок, я слышу. А он потому что на лег. Ну что, показываю секретный танк, который можно увидеть только в роликах Димас.ТВ. Ой, Драгон, спасибо. Пожалуйста. Ну как вам танк? Это... А это не свистоперделка тоже, как у меня? Не знаю, про перделки не знаю и свистелки, надо проверять. Ну-ка. А чё, ещё может место есть? Как стрелять? 1, 2, 3, попробуй, нажми. А я нажимаю, тут только две кнопки у меня. Стой, стой. Может ещё есть где-то здесь есть? Так, так, стопэ, стопэ. Блин, ну танк-то классный, неужели обманка? Да, нема, Серега, больше мест. Ребята, если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ссылайте рубу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.